За минувшую неделю с коронавирусом справились еще 455 жителей края. Общее число выздоровевших в регионе превысило 269 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсетях. За прошедшие дни выявили 440 случаев заражения. Не забывайте о правилах эпидпрофилактики. В Георгиевске стартовали работы по благоустройству общественной территории на улице Калинина. Сейчас проводят демонтажные работы и завозят материалы, сообщили в региональном Миндоре. Позже приступят к обустройству пешеходных дорожек, установят скамейки, урны и уличное освещение. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В 25-й школе поселка Бородыновки в этом году откроют точку роста. Школьники смогут там профильно изучать предметы естественно-научной направленности, сообщили в региональном министерстве образования. Обустроят центр по нацпроекту образования. Точка роста откроется в начале нового учебного года. В Буденновске построят станцию водоподготовки. Производительность объекта составит 2000 кубометров воды в сутки. Строительство объекта улучшит качество водоснабжения для 60 тысяч жителей города, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации. Возведут станцию водоподготовки благодаря региональному проекту «Чистая вода».